Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Что ж, выходим на финишную прямую. Сегодня у нас еще есть парочку отчетов, на которые мы обязательно обратим внимание. И закроем уже новостной спекулятивный фон этого, скажем, забега на 5 торговых дней. Собственно, как и всегда, сегодня анонсирую очередное кодовое слово, которое позволит вам получить бонус на пополнение, и величина бонуса сегодня 10%. В отличие от прошлых дней, бонус пятницы действует до понедельника, и у вас есть возможность принять решение о, соответственно, увеличении покупательской способности вашего депозита буквально в рамках и сегодняшней полноценной торговой сессии, но и еще в рамках двух выходных дней. Поэтому советую вам все-таки воспользоваться этим предложением. Давайте начнем, собственно, сегодня, как и всегда, с оценки и анализа того, что мы наблюдаем по Бренту. В частности, клоз вчерашнего дня 44.26, сейчас актуальные цены 44.33. Видим то, что Брент по-прежнему пребывает под давлением. Мы знаем то, что это давление позиционного характера, она носит долгосрочные первоосновые источники, и в качестве таковых, собственно, они будут сохраняться и, соответственно, оказывать такое же понижательное давление, как и раньше. Прежде всего, это гиперизбыточное предложение и отсутствие надежд на то, что в ближайшее время восстановление мировой экономики сможет создать на рынке достаточные показатели спроса, чтобы нивелировать такое количество имеющихся в закромах, собственно, мировых резервов энергетического сырья. Контраст расхождения спроса и предложения, он действительно очевиден, наверное, такой же контраст, как и расхождение монетарных политик ЕЦБ и ФРС, а значит, у нас есть идея, от которой мы не отказываемся, мы каждый раз возвращаемся к ней, особенно возвращаемся тогда, когда за, скажем, последние дни ничего такого интересного, локального по нефти не произошло. Что касается, опять же, других факторов, которые могут сейчас толкать Brent и WTI к более низким ценовым значениям. Поскольку мы верим в укрепление позиций доллара, и с учетом фундаментального фона с этим спорить практически невозможно, ну, точнее, вообще невозможно, значит, потенциальное усиление позиции бакса может стать причиной, опять же, влияние на стоимость сырьевых активов. Напомню, что в случае укрепления позиции американской валюты сырьевые активы начинают сдавать, потому что, разумеется, не становятся дороже в национальных уже валютных эквивалентах. То же самое происходит и с брендом WTI. Обычно это традиционная логика. При укреплении нефти мы видим, соответственно, точнее, при укреплении доллара, ослабление позиций углеводородов. Сейчас это логика присутствует на рынке, о ней также не забывайте. Ну и, пожалуй, главный новостной фон у нас впереди – это заседание ОПЕК. Мы на него, конечно же, ориентируемся, ждем в первой декаде декабря. Раз в полгода проходят эти заседания. Последние стали серьезными факторами повышенного давления на стоимости энергетического сырья, поскольку ОПЕК борется за свою долю и, разумеется, никак категорически не хочет пересматривать квоту, которая на текущий момент находится на уровне 30 миллионов баррелей в сутки. Но фактически объемы гораздо выше. Предстоящее заседание, уверен, не исключение. ОПЕК сохранит квоту, а поскольку мы готовимся, точнее, мы следим за тем, что ближневосточной картели партнерства ОПЕК может быть в ближайшее время пополнены Индонезией, понимаем, что истинные объемы могут быть уже гораздо больше. Поэтому по Бренту мы по-прежнему смотрим вниз и, соответственно, ждем снижения в район $42 за баррель. Ну и наша ближайшая такая долгосрочная цель – это 40. Я уверен, что до нее доберемся. Что касается российской валюты, актуальные котировки на премаркете 64.70. Видим то, что пара, точнее, даже рубль умудрился продавить позиции конкурентов, ну, в частности, укрепиться против доллара и пробить поддержку в районе 65. Не думаю, что сейчас нужно искать какое-то оправдание в локальном только в локальном смысле, оправдание в динамике нефти. Сейчас на рынке присутствует позитивный фактор, который предполагает возможность снятия финансово-экономических санкций с Россией. И полагаю, что такая
положительная оценка перспектив, опять же, санкционного характера, она появилась, может быть, вследствие того, что Соединенные Штаты Америки, Германия, Франция осознали, наконец-то, необходимость вот этого всеобщего единства и объединения, чтобы противостоять одному из главных вызовов современности – это терроризм в лице исламского государства. Сейчас эта тема очень актуальна, может быть, действительно, конструктивная позиция России – стала для них, хотя она всегда была, но сейчас, может быть, она оказалась более убедительной, и страны в ближайшее время смогут пересмотреть свои вот эти рестрикционные ограничения в адрес российской экономики. А косвенно это, на самом деле, подтверждается, точнее, факт присутствия подобных ожиданий оправдывается и подтверждается позицией рейтингового агентства S&P, которые реально всерьез задумались пересмотреть прогноз суверенного рейтинга России уже в сторону повышения. Ну, будем следить за этой ситуация. Разумеется, такого позитива мы уже давно не видели. Мы видим, как активно растет российский банковский сектор, потому что прекрасно понимают банкиры, что в случае снятия финансово-экономических санкций зарубежные площадки, наполненные ликвидностью, снова станут доступны для российского корпоративного сектора и банковского сектора. Поэтому банки, которые в России, наверное, сейчас и испытывают наибольший кризис ликвидности, получат возможность снова реструктуризовать свои долги и, разумеется, сотрудничать уже с международными партнерами по факту различных кредитных линий. Если эти позитивные ожидания будут реализованы, значит рубль сможет получить локальную поддержку, но все-таки определяющим фактором, опять же, на долгосрок остается нефть. От нефти и от коррекционного посыла мы, разумеется, не отказываемся. И сделав ставку на то, что Brent может просить в районе $40 за баррель, все-таки уверен, прежде чем мы начнем искать какие-то основания для укрепления рубля, мы еще сможем сходить выше текущих значений и забраться даже в район 67, 68, а может быть даже 70. Но пока давайте ориентироваться на 67. Идем дальше. Европейская валюта против доллара. В рамках вчерашней торговой сессии мы видели очевидный оптимизм, который был характерен для рисковых инструментов. В частности, европейская валюта весьма бодро росла против американского конкурента, может быть, как раз используя фактор локальной слабости американца. К этому было очень много вопросов, потому что в целом общая фундаментальная картина, напротив, создавала огромное количество оснований для того, чтобы продолжать покупать американца. Также в поддержку европейской валюте послужил факт снижения спреда доходности между американскими и немецкими облигациями, десятилетками. Может быть, это связано с тем, что на рынке присутствует определенное количество участников финансовых рынков, которые еще недостаточно уверены в том, что ФРС может пойти на долгожданное решение по нормализации денежно-кредитной политики. Хотя я считаю, то, что это также натянутое суждение. Наверное, сомневается только тот, кто не следит за статистикой и, разумеется, не отслеживает последний комментарий, заявление со стороны представителей ФРС, которые будут голосовать за необходимость изменения вектора монетарной политики. Главная идея у нас по-прежнему связана с тем, что Еврозона переживает очень тяжелые времена, состояние промышленного сектора, сектор услуг, состояние индекса потребительских цен, слабый темп экономического восстановления, высокая безработица, розница, падение экспорта. Все это реально провоцирует ЕЦБ действовать более активно и анонсировать дополнительные меры экономического стимулирования, к которым мы, собственно, и готовимся. И ждем мы их уже, между прочим, вот в декабре этого года. Соответственно, в случае более агрессивного выкупа активов у европейской валюты появятся все фундаментальные основания, чтобы снова взять курс на смещение в район уж совсем долгосрочного ориентира, это паритетного значения. И эту идею также для долгосрочных трейдеров подтверждает факт существенного расхождения монетарных политик ЕЦБ и Федеральной резервной системы. Сегодня мы будем следить за конференцией председателя Европейского центрального банка Марио Драги. В частности, если он снова коснется монетарной политики и вернется к обозначению рисков дефляции, понижательных рисков со стороны Китая и других развивающихся рынков, это как бы между строк можно будет интерпретировать как еще одно вербальное заявление о готовности ЕЦБ не тянуть резину,
и, наконец-таки, выкатывают все более агрессивные шаги по расширению программы количественного смягчения. Может быть, задействуются и другие инструменты в виде продления сроков этой программы, либо коррекции как ставки по рефинансированию, так и ставки по депозитам. В принципе, к этим дополнительным инструментам мы также готовы, и они в целом предполагают смягчение, более лучшие экономические условия для становления гораздо более оптимальных темпов экономического роста, но это опять же в перспективе. Но будем надеяться, что они приведут к этим позитивным сдвигам в экономике, но сейчас для нас это основание активно распродавать позиции европейской валюты. Поэтому по евро-доллару, в частности, наша краткосрочная цель предполагала продажу с уровня 1.0750 до тейк-профита 0.6. Мы не добрались. Сейчас актуальные котировки 1.0714. Напомню, что стоп-лосс в этой сделке у нас находится на уровне 1.08. То есть пока и исходя из кратко средних долгосрочных ориентиров, мы, разумеется, смотрим вниз по европейской валюте. И нужно прекрасно понимать то, что ралли, который мы видели в рамках вчерашней торговой сессии, и возможное восстановление главного валютного риска, который может продолжиться локально, может быть, на следующей неделе, оно не имеет серьезных предпосылок, не имеет реального фундамента для этого и не имеет топлива, чтобы завести евро к очень высоким, скажем, значениям в районе там 1.10. Сейчас евро находится под влиянием общего фундаментального фона, и вот эта проторговка, она не имеет ничего общего с теми посылами, которые все-таки обязательно приведут к реализации коррекционных идей и позволят добраться до наших глубоких значений профитных ориентиров, которые находятся в районе пока 1.05. Идем дальше. Доллар, японская иена. Стоит говорить уже про вчерашнюю слабость американца. Косвенно я о ней уже говорил, когда описывал перспективы евро-доллара. Действительно, американская валюта вчера уступила лидерство своему защитному конкуренту, защитному активу японской иене. Актуальные котировки на текущий момент 122.91, но недалеко пара отошла от уровня 123. Для нас сейчас является этот рубеж очень важным, потому что полагаю, что рядом с этим значением и будет идти дальнейшая проторговка, прежде чем доллар все-таки заручится поддержкой, может быть, дополнительного фундаментального фона и сможет нацелиться на те значения, которые мы выставили выше, это 125. Вчерашний день, в частности, вышли данные по заявкам на пособие по безработице, по факту отчет 271 тысяча против прогноза, точнее против прошлого, чтобы контраст был более очевидным, 276 тысяч. Позитивный отчет, и даже не то, что он оказался лучше прошлого. Позитивным его делает факт пребывания ниже 300 тысяч. Об этом я повторяю буквально каждую неделю. Соответственно, рынок труда восстанавливается. Мы это прекрасно знаем. Даже уровень безработицы уже достиг целевого значения. Плюс ко всему, вчера состоялось выступление еще Денниса Локарда, который в очередной раз отметил, что повышение ставки сейчас является наиболее вероятным сценарием в рамках ФРС, и к нему реально стоит готовиться. Ну, он повторил, собственно, свою позицию, которая была высказана даже днем ранее. Что касается вероятности, если мы посмотрим, опять же, на повышение процентной ставки на фьючерсы, то нас можем увидеть, как вероятности уже с 68% достигла 72%. И в случае публикации сильных макроэкономических данных на следующей неделе, в частности у нас ВВП, заказы на товары длительного пользования, эту вероятность может прибавить еще процентов 5-6. То есть к декабрьскому заседанию мы подойдем уже с тотальной такой позиции, неизбежности услышать, опять же, повышение первое за последние 10 лет, повышение процентных ставок. Это наиболее вероятный сценарий, соответственно, он должен позволить нам реализовать длинную идею по USD-иене и добраться до значения 125. Далее идем. Фунт против доллара. Британская валюта вчера коррелировала с европейским активом, в частности, мы видели также и по фунту рост. Что касается, опять же, статистики, опубликованной в рамках дня, это данные по розничным продажам. Как мы ожидали, по факту мы увидели месячный отчет на самом минимальном значении с практически начала года, минус 0,6% против прошлого 1,7%. Годовой также просел
сел 3,8 с 6,2, то есть практически в два раза. Были до этого еще надежды на то, что розничные продажи, рождественские, предновогодние, смогут вытащить экономику, простимулировать и, скажем, вывести ее на более стоящие показатели к концу 2015 года. Сейчас эти надежды уже фактически разрушены, потому что, судя по потребительской активности, которая реально не выступает сейчас драйвером для роста, судя по состоянию сферы услуг, промышленного сектора, судя по индексу потребительских цен, который в годовом эквиваленте находится в дефляционной зоне, получается, что рост британцы сейчас являются совершенно очевидным заблуждением. И ориентируясь на долгосрочные цели, фунт неизбежно вернется к более низким значениям, потому что того требует общая фундаментальная картина. Наша краткосрочная цель предполагала трейдинг через продажу с уровня sell stop 1.5150, take profit у нас по этой сделке должен был бы стоять на уровне 1.50, stop loss 1.52. До этого значения мы не добрались, давайте не будем снимать этот отложенник с рынка, все-таки ожидая коррекцию фунта, мы сможем непременно добраться до него, поднять его с рынка и, разумеется, продолжить двигаться вместе с фунтом к той профитной цели, которую и обозначили. Поэтому для краткосрочных инвесторов эта идея сохраняет свою актуальность. Для долгосрочных трейдеров, которые уже в расположении фунта, стоит все-таки ждать более, скажем, адекватной реакции трейдеров на общую фундаментальную картину и, соответственно, ждать ослабления британца. Еще хотел пару слов сказать про пару USD с VISI. В частности, вчера были опубликованы данные по экспорту, который просел на 1.5%. Ждал я этот релиз, потому что хотел убедиться в том, что текущая экономическая конъюнктура, по-прежнему очень крайне дорогой франк, создает риски для конкурентоспособности национальных производителей, в конечном счете будет приводить к падению экспорта. Действительно, экспорт серьезно просел, прежде всего из-за замедления продаж, падения даже поставок, лучше так сказать, оборудования и часов. Соответственно, убытки сейчас уже даже недополученная прибыль превышает несколько миллиардов швейцарских франков. И поскольку мы делали ставку на замедление мировой экономики, мы делали ставку на слабости еврозоны, понимаем, с чем это связано. Я уже неоднократно говорил о том, что пара USD с VISI может быть оказаться весьма динамичным с точки зрения роста активов. Собственно, те, кто присоединился к нашей идее и стали покупать этот дуэт валютных активов с уровня 0.95-0.96, они добрались вместе с нами до профитных целей, которые были выставлены в районе паритета. Сейчас мы продолжаем искать, соответственно, новые уровни, которые позволят прокатиться по этой валютной паре еще, скажем, активнее и уже с новыми целями. Поскольку сейчас идет коррекция, в частности, актуальные котировки 1.034, я предлагаю воспользоваться краткосрочной инвестиционной идеей, которая предполагает возможность открытия сделки на бай с уровня 1.0190. В качестве тейк-профита можно будет поставить значение 1.03, что касается что касается стоп-лосса, то здесь можно будет использовать значение 1.0, соответственно, 1.50. Ждем, что франк будет дальше слабеть, потому что мы знаем, что Национальный банк Швейцарии готовится, соответственно, к ядерным интервенциям, и, разумеется, они могут стать реальностью для рынка, если Европейский Центральный банк пойдет на более агрессивный выкуп активов. В этом мы практически не сомневаемся. Поэтому, если в декабре ЕЦБ анонсирует дополнительные меры экономического стимулирования, Национальный банк Швейцарии также не останется в стороне и начнет активно, разумеется, задействовать те денежные инструменты, которые имеются в его арсенале. И все эти инструменты будут предполагать возможности еще большего ослабления швейцарской валюты. Поэтому ждем уровень 1.03. Я уверен, что не пройдет и, скажем, первого квартала 2016 года, как мы сможем добраться до этого значения. Собственно, на этом все. В качестве
бонуса на сегодня, еще раз напоминаю, это 10%, кодовое слово «будущее». Говоря про основные макроэкономические релизы, напоминаю, 11.00 по московскому времени у нас конференция Драги, но еще стоит обратить внимание на розничные продажи Канады, которые будут опубликованы в 16.30 по московскому времени. Сегодня я жду слабого отчета, и уже в понедельник мы, собственно, уверен, будем констатировать то, что канадская экономика, пожалуй, лишилась еще одного драйвера экономического роста – потребительской активности. И если это будет действительно так, значит, будем готовиться к еще одному снижению процентной ставки, которое должно произойти до конца этого года. Для пары USD/CAD это возможность получить ускорение для движения в район 1.35. Актуальные котировки на текущий момент по этому дуэту валютных активов – 1.3291. То есть до нашей цели остается 200 пунктов. Собственно, на этом все. Большое спасибо за внимание. Вы знаете, что если есть вопросы, вы можете оставлять их на нашем официальном канале на YouTube под видеоокном. Ну и также пользоваться нашим форумом, где у меня есть своя аналитическая ветка. Всего доброго. До свидания.